Елена Павловна сегодня уже без лишних эмоций вспоминает, как этим летом более 50 домов остались без электричества. Ровно месяц в самую жару жители станицы Анапская провели без света. Так как это кондиционеры, это было лето, это было пекло, жара. То есть духота, спать невозможно, без вентилятора даже того света нет. С утра до вечера, с вечера до утра нет электроэнергии. Это же ужас. Когда начали разбираться, оказалось, что все это время жильцы платили за электроэнергию частному лицу, владельцу трансформаторной подстанции, от которой и были запитаны их дома. Но где-то потребители недоплачивали, где-то сам предприниматель пустил ситуацию на самотек. В итоге образовался долг в 700 тысяч рублей. Энергетики вначале предупредили владельца подстанции, а затем, когда ничего не изменилось, отключили рубильник. После чего жители забили тревогу и стали обращаться во всевозможные инстанции. День-два мы помучились, потом купил кто где генератор, и мы, в общем-то, две недели, обращаясь во все инстанции, мы мучились вот с этим генератором. Вы представляете, что такое, что это значит? Это значит купить где-то в пределах 20 тысяч генератор и каждый день, ну, где-то 1000 рублей платить за бензин. Неизвестно чем и, главное, когда завершилась бы эта история, если бы к решению проблемы не подключилась депутат муниципального совета. И уже спустя две недели активных действий и переговоров дома жителей подключили к электроэнергии. Задача была моя не искать проблему, почему так получилось, а чтобы у людей был свет. Это самое основное, это с теми словами, которые я и говорила. И я благодарна тем, кто подключился. Мы создали группу в WhatsApp, общались, передавали документы. Было сказано, вы делаете это. Вы ставите столбы, устанавливаете счетчики, приглашаете, подаете в техподдержку. То есть когда все, кто сделал это быстро, у тех через месяц уже была вся документация. У инициативной группы во главе с Хижняк получилось договориться о реструктуризации долга. И теперь у жителей станицы Анапская свет в домах горит абсолютно законно. А вот что касается частных подстанций, здесь вопрос остается открытым. Хотелось бы предотвратить вообще действия такие, чтобы люди понимали, что если они находятся на частном ТП, они не обязаны и не должны платить частному. У них должен быть обязательно заключен договор с Кубаньэнерго, потому что в случае отключения данного ТП у них нет договорных отношений, им никто ничего не обязан, это просто дом в поле. По мнению юристов, действия ресурсной организации, требующие выплаты долга, были правомерными. По закону Кубаньэнерго отключает недобросовестного потребителя до погашения всей суммы долга. Ну а чтобы не попасть в подобную ситуацию, специалисты советуют при покупке жилья проверять наличие договора с этой организацией. Если договор не заключен, то вначале домовладельцу необходимо подать заявку о технических условиях, а затем выполнить их. И тогда в доме всегда будет тепло и светло. Власта Царева, Михаил Григорьев, Анапа регион.